Ну и здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить Dragon Age Origins за нашего замечательного гнома. Поковырялась я, в общем-то, с торговцами, чуть-чуть накупила всякого барахла, чуть-чуть подарков даже купила. Там была вот эта вот цепочка, короче. Какой-то там ожерелье веревочный золотистый, я его задарила Морриган. И, в общем-то, так уж вышло, что каким-то образом я пошла уже записывать серию, обнаружила, что то ли я случайно щит продала, то ли еще что-то. Пришлось загружаться в самом начале фактически предыдущей серии и переговорить со всеми по новой. Единственное, но что я сделала чуть-чуть по-другому. Подарок, вот помните, нефрит там у нас был какой-то великолепный. Я все-таки, помните, вот когда говорила, что это, наверное, Шейли, но подарила, по-моему, Лилиане. В общем, это надо было подарить Шейли, как я и думала. Я так и сделала, и там на плюс 10 аж вышло, замечательно. И серебряные нарукавники я решила протестировать, подарить Заврану. И все-таки это его подарик, а не стеновский. Просто собаки, вырезанные на этих наручах, они меня смутили. Я думала, ну вдруг Стэн все-таки он с собаками контактировал с нашими, с одной. В общем, я думала ему, но нет, это был Завран. Давайте напоследок еще с песиком поболтаем, прежде чем уходить. Так. Не обращайте внимания. А, ну все то же самое. Ну ладно, давайте не будем ругаться на животинку. Да, я насадила на собачку, как сказать, господи, узоры, раскраску. Ладно, ладно, развлекайся. Не знаю, зачем. Я вообще с удовольствием, честно говоря, побегала бы с собакой. У меня было какое-то время, знаете, вот желание бегать с ней, с Лилианой, по-моему, и с Алистером. А, не, с Морриганом и с Алистером. С Морриганом, господи. С Морриганом и с Алистером. Замечательная, на самом деле, партия. Эти двое пререкаются, собака, я сохраняю молчание. Просто идеально. В общем, ладно, мы сейчас выдвигаемся. Я не знаю, зачем сохранилась. Надо бы, вот, кстати, вот так вот как-то сделать. Чуть-чуть покопалась в тактике. Отключила всякую дребедень. Единственное, кстати, вот сейчас что-то я забыла немножко. У меня арбалет стоит. А, да, вот по поводу вещей, которые я прикупила. В общем, для Морригана я купила духовные руки, рукавички кожаные, на плюс 10% к урону от духовной магии. Это замечательно. Удивительно, что они так стоили. Сколько там, один золотой или два, я уже не помню. В общем, просрала все золотые, мне их 7 было, по-моему. Купила Градину, кольцо на плюс 5% к урону от холода, потому как у нас уже по умолчанию имеется... Чё? Где? Где-то тут у нас что-то было? Вот, да, одеяние Морриган, 10% к урону от холода. То есть у нас уже в сумме с этим кольцом 15 холода, плюс к силе воли, к защите. В общем, это все стояло у нас уже до этого. К магии все есть. Алистер с нами не пойдет, поэтому я особо тут заморачиваться не буду. Тем более, что тут особо-то ничего не поменялось. Единственный шлем я ему пересадила. Шейла у нас на устойчивости к силам природы и на урон от сил природы. Хотя, кстати, я потом это чуть-чуть попозже поменяю. Наверное. Не знаю, мы просто пока будем идти, наверняка будет какая-нибудь засада или еще что-нибудь. Будут какие-нибудь волки нападать, зверье, потому что вот я помню. Либо бандиты. В принципе, я думаю, то и то подойдет. Мы сейчас пойдем по побочным заданиям. Помните, там три иконки такие были? Вот туда и пойдем. Заврана я практически полностью раздела. Если честно, я взяла все его клинки и пересадила их Лилиане. Потому что Заврана я с собой таскать не буду. У него, в принципе, все стандартное. Вот, Лилиане я решила ради эксперимента хасинское одеяние насадить. Не знаю, посмотрю, как ее сильно будут бить. Если что, я и оставила ее пластинчатый доспех. Там уж посмотрим. Вот. И, в общем-то, шапочка у нее... Все у нее на психическую сопротивляемость. Вот ремень лучника, я его тоже купила. Плюс 2% к шансу крита на расстоянии. И у нее лук заврановский. Плюс 1% к шансу критического удара на расстоянии. То есть уже 3. Замечательным образом. Ну, тут все довольно стандартно. Ну и у Стэна ничего не изменилось. И на Вилле, вот, да, боевая раскраска. Вот, как это по-русски это называется. 30 к устойчивости электричества. Ну и черный кожаный ошейник, который мы получили с какой-то там мабари, по-моему, когда в Редклифе ползали. Вот, и, в общем-то, выдвигаемся. Возьмем с собой ради эксперимента Шейлу. Да. Шейла.
Морриган и Лиля. Посмотрим. Если что, поменяем. Я не думаю, что Шейла с нами будет постоянно. Не знаю, все-таки мне как-то ближе другие персонажи. Шейла, конечно, прикольная, но не настолько. Не знаю, посмотрим. Может быть, ее, конечно, тоже нужно уметь готовить, но... Не знаю. Ну, конечно же, около лотеринга, кто бы сомневался. Это ты, чувак. Ты нашел своих мулов. Сейчас среагирует еще на это дело. Так, не, подожди минутку, прежде чем я пойду с тобой разговаривать. Вот это, слушай, неожиданная встреча, конечно. На моей памяти на меня всегда здесь нападали. Когда идешь где-нибудь около лотеринга, всегда какие-нибудь либо порождение тьмы, либо еще кто-нибудь. Так у тебя есть деньги, странник? А, нет, это другой. Все дороги в Арзамар перекрыты, и старый Тегрин может продать тебе что-нибудь со скидкой. Что-то я не признала. Прекрасное оружие и доспехи гномьи работы. А какую же скидку ты дашь? А, кстати, что происходит в Арзамаре? Покупай что-нибудь или уходи, понятно тебе? Скидку какую дашь? Так, что у тебя есть? Блин, я как раз все деньги просрала просто. Просто просрала. Иначе не скажешь. Арбалет на 8. Слушай, я, конечно, все понимаю. А нету ничего, слушайте. Гномьи доспехи. Ну, бронированные, конечно, парадные ботинки. Это интересно. Амулет ученика. Вот я бы взяла темперамент. Что это? Психическая сопротивляемость. Ксили, кстати, плюс один. Ну, давай возьмем. Хотя, блин, нет, подожди минутку. Блин, опять нету не долезу. Так. Так, извиняюсь, отвлекли. Я хотела посмотреть эту штуку, да? В принципе, у всех она есть. У тебя снимать нет смысла, у тебя что стоит? А, ну да. Ну, если только какому-нибудь другому персонажу купить, спрашиваются, нахрена? Так у тебя есть деньги, странь? Прекрасное оружие и дос... Сейчас посмотрим, ладно. О! Подарочек. Серебряный, так, изящный серебряный амулет в форме меча. Ой, ну я даже не знаю. Не, возьму, конечно, но... Атласные синие туфли, это... это, я думаю, не сложно догадаться, кому. Портрет мятежной королевы, это я тоже знаю, кому. В принципе, мы сюда только за подарками зашли. Ну ладно. И чтобы, может быть, кстати, попробуем. Я вот не знаю, если дарить за пределами... лагеря, оно понижается? Ну, то есть... качество подарка или нет? Ради любопытства сейчас попробовать можно. Где-то есть-то, господи. Лилиана. Держите, пожалуйста, синие атласные туфли. Я... Что за чудесная мысль? Даже и не знаю, что сказать. Все-таки, наверное, 10 должно было быть, да? А получилось 9. Лилиана добрет, кодекс обновлен. Так, на самом деле Лилиана совсем не такая, какой казалась в лотеринге. Долгое время она была ролесианским бардом, то есть певицей, бла-бла-бла. Лилиана хранит теплую память о лотерингском монастыре, приютившем ее, и трепетно относится к символам благословения Андраста. Ну, это подсказка, что ей дарить. Ну, и к туфлям она тоже очень неплохо относится. Так, Эрлорен Хоум, а потом Шейла. Что сказать, у меня каменное сердце. Когда-то разомарские големы служили авангардом армии гномов и сдерживали полчища порождений тьмы, наступавшие с глубинных троп. Но искусство их изготовления было утрачено, и постепенно все големы разрушились от старости или погибли в бою. Шейла не помнит ни битв на глубинных тропах, ни прихода в Редклифф. У нее осталось только немного отрывочных и горьких воспоминаний о прежнем хозяине. Дюран откопал жезл, управляющий Шейлой, и пробудил ее. Откопала? Чё? И пробудил ее, присоединив к своему пестрому отряду озлобленного и не очень исправного гнома. Зевран, потом про него почитаем. Лагейн, про него я тоже, думаю, почитаем попозже. Алистер очаровывает магией, несмотря на то, что ему по профессии положено с ней бороться. Ему нравятся загадочные рунные камни, статуэтки и волшебных животных. Это мы уже поняли. Так.
Да, нам еще дофига, слушай, читать и про культуру, и про историю. Мы это все обязательно почитаем. Как я сказала, будем потихоньку разбавлять все это дело. Единственное, что я сейчас вот потыкаю на управление, чтобы оно погасло, чтобы оно мне не сверлило глаза. Ладно, оставим как есть. Получим навык за счет того, что у нас все хорошо с Лилианой. Вдохновленная вашим руководством, этот путник, спутника точнее, получает небольшой бонус к хитрости. У Морриган, кстати, тоже присутствует такой бонус. Вот он. Кстати, вспоминается сразу Dragonage Inquisition. То же самое, бонус к магии только у нее. Что, в общем-то, логично. Так, минуточку. Так, это у нас кто? Караван. На караван там вроде совершались нападения, да? Если там будут какие-нибудь бандиты, возможно, имеет смысл Шейли надеть что-то другое, а не силы природы. Электрический, ледяной. Кто у нас там хорошо горит? Люди, да? Весь урон ворон от огня. Ну, почему нет? Попробуем так. Дай бог, чтобы там были люди. Если там будут порождения тьмы, то будет печально. Генлоки, понятно. Порождение тьмы. На порождение тьмы лучше действует электричество. Итак, уроды. Как бы вас так встретить, да? Сколько вас тут? Да вас так-то до хрена. Могло быть хуже, конечно. Чуть-чуть сейчас приспустимся. Ой. Генлоки. Так, давай вот сюда. Вот так. Так, насчет Шейлы с ее этими способностями. Так, это... Вот это вот что такое? Постоянно забываю. Которое позволяет использовать защитные умения, дает бонус к броне и устойчивости стихиям. Враги поблизости с большей вероятностью будут атаковать Шейлу. Умение раскатистый рев, каменный рык и восстанавливающий импульс усиливает эффекты способности. Умение каменный рык также дает Шейле бонус к восстановлению здоровья, а умение восстанавливающий импульс дает бонус к восстановлению здоровья и восстановлению выносливости. Это что? Аура камня. А, это вспомогательная способность, но она парализуется, бабища наша. Так. Давайте как-нибудь вот так. Вот он, раскатистый рев. Оглушает врагов поблизости, если те не проходят проверку психической устойчивости. Увеличивает склонность врагов атаковать Шейлу, когда активна способность каменное сердце, и увеличивает бонусы, создаваемые этой способностью. Это швырение камней. То есть агрессирован и оглушение. Дальний бой и метание камня. Это просто есть и паралич. Крошащий удар, это, грубо говоря, атака. Я думаю, можно пока что включить этот вариант. Швырануть в них камнем. Интересно, как близко надо подойти? Так. Бонус к шансу критическому удару на расстоянии. Замечательно. Тем более у нас уже есть вещи, которые на это... Это, как сказать, влияют. Каждая стрела так дает пассивное время штрафка атаки. Замечательно. Так, Морриган, давай ты вот сюда отойдешь, дюранчик, пожалуйста. Включи, кстати. Хорошо. Ага. Как близко, интересно, тебе нужно подойти, чтобы швырнуть этот камень? Боюсь, близко. Ближе, чем мне хотелось бы. Нет! Нет, нормально, абсолютно. Что теперь? А ты не можешь, что ли, отсюда начать стрелять? А почему? Лиля, алло. А им насрать. А почему? Это очень странно. Ну ладно.
Как близко надо подойти, чтобы до них дошло, что я тут, и чтобы мои попали. Блин, мне еще и этот сбросилось. Вот так, ладно, подождем, пока активируется панова. Какого хрена? Я ни шагу не сделаю лишнего. Так. Надо умориком как-то это все перераспределить. Вообще паучью вот эту хренотню надо убрать отсюда, потому что я ей пользоваться не буду от слова совсем. Так, кстати, конус. Конус мороза, очень хорошая вещь. Да, и вот так пока на паузу поставим. Хотя нет, ни черта не поставим. Как-нибудь вот так. Надо вообще здесь разобраться будет. Ну что, включим морозное ледяное оружие? Вижу. Хуже-то явно не будет, да? Хорошо, давай. Давай еще раз попробуем. Хорошо. Странно, я как будто бы не могу их атаковать. Какого хрена? Игра, алло. То есть мне нужно, чтобы они меня сперва заметили, что ли, чтобы их... Ну да, да. Ну вот игра, это нечестно. Это, и у меня вот это... Нет, иди ты в жопу, знаешь? Вот иди ты в жопу, игра. Какого черта вообще? Почему они меня могут атаковать, завидев только, а я не могу их атаковать? По расстоянию уже хватало там абсолютно. В чем проблема-то? Это нечестно. Вот вообще нечестно. Нужно по Лилиане смотреть. Если она не может атаковать, значит и Шейла не сможет. Это странная хрень. Еще. Абсолютно странная хрень. Так, Лили, милая моя, вот этого бей, он меня бесит. Морриган. Кстати, вот. Стоять. Так, Морриган. Вот этого же ты атакуешь, да? Кто там орёт-то так, господи? Шейла, ты куда? Стой на месте. Ты должен взорваться, чувак. Милый. Очень вот надо. Есть. Даешь бомбы больше. Троечка. Лиля, как у тебя там протекает процесс убийства? Давай вот этого, он меня бесит. Меня все тут бесит. Раз, и готово. Все, кто не мы, меня бесит. Куда ты понеслась-то, мать? Вот, кстати. Знаешь что? Вот ты мне не нравишься. Сотрясение. Что делает? Наносит урон, сбивает с ног. Давай. Морриган. Вот этого можно, например, заморозить. Мне кажется, он сразу после этого и умрет. Я надеюсь на это. И я молодец, я угадала. Так, еще один эмиссар. Мне он не нравится. Впрочем, когда мне кто-нибудь нравился вообще в этой игре? Так, товарищ, ты давай умрешь. Шейлу, кстати, бьют. Ничего так, ощутимо. Ну, в принципе, как Астена, знаете, вот, честно говоря. Но она дает бонусы своим присутствием. Но ее бьют. Прям сильно бьют. Так, умри, пожалуйста. Морриган, помоги нам. Что-то как-то вот, знаешь, не очень нам тут. Шейла. Посмотреть хоть. 14-2. Ну, это интересно, конечно. Так, ты один тут остался, да? Ну-ка, а вот если вот этот вариант? Давай. Ой-ой. Тихо. Не надо так. Ай, зря выпила, он же умер. Кто, что, кто, куда? А, тебя же не может лечить ничего. Уйди, уйди. Нет, уйди от меня, гадина. Черт, меня сейчас убьет эта хрень, я не успею. Сколько? 3 секунды. Раз, два, три. Живи, 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 живи. Закончить все за меня.
Черт, Дюранчик. Секундочки не хватило, блин. Дюранчик, вставай, миленький. Блин, тебе тратить аптечку. Вот это обида сейчас была, конечно. Буквально миллиписическая секунда, мало того, что не хватило, я одну аптечку еще до кучи просрала. Лопнувшая вена, штраф к телосложению. Бедненький ты мой. Ну, в принципе, Шейла интересная довольно. Нужно, конечно, к ней немножечко привыкнуть, понимать, когда менять ее вот эти вот состояния. И так, мне кажется. Главное, короче, уметь готовить. Как я уже много раз говорила. Эльфийский корень, зашибись. Она, правда, так топает страшно. Корень смерти. А почему я его не подняла? Вопрос, конечно, хороший. Так. Лиля, давай-ка сбегай по-варенькому за ним. Я тебе говорю, сбегай за корнем. Тебе, кстати, очень идет этот наряд. Ты знаешь, вот он, только шапка тебе совсем не идет. Так. Угу. Замечательно, колготки, блин. Так и тянет. Ну, это, конечно, не колготки, это типа сапоги. Но выглядят они, честно говоря, как колготки. Вот, серьезно. Так, хорошо. Братва. Тут больше ничего нет. Водичка. Красота. Я так понимаю... Все. Фургон, фургон, фургон. Вроде больше ничего не подсвечивается. Можно уходить. Хорошо, собрать отряд, да. Мы выдвигаемся к беженцам. Можно, конечно... Ну нет. Сперва побочное задание, потом мы вернемся. Что, кто, куда. Ну зачем? Ну я не заказывала! Какого черта? Ой-ой. Так, а вот теперь волки. Так, природный камень. Хорошо. В принципе, эта вся хренотня у нас активирована. Морриган, отгреби, пожалуйста, вот сюда. Лиля, сюда же, пожалуйста. Можно кислотной фигню кинуть. Так, подрубай. Ладно, если что, если сейчас на нас побегут, Морриган кастанет свое мега взрыв разума. Я надеюсь, не придется. Вообще, я бы заморозила бы их к чертям всех. Если чё. Так, надо бы кого-нибудь так... Ты там стучишь? Так, вот ты мне не нравишься. Как бы вас так заморозить, чтобы прям вообще хорошо было всем. Отошла, тварь. Вот так вот. Вот ты мне не нравишься, вот серьезно, вот прям вообще-вообще. Лилиана, ты чё? Чё такое? Почему ты не можешь действовать? Ну-ка, оглушайся. Спокойно, уважаемые. Кто тут самый хилый? Вот ты. Нет, слушай, надо не самого хилого, надо просто хоть кого-нибудь. Пока они, кстати, заморожены, их бы неплохо бы вообще просто жахнуть. Чтобы они поумирали. Так, парам-пам-пам. Дюранчик, я, кажется, все понимаю. Давай жахай штучкой. Я отлично вообще объясняю. Ход боя, штучкой жахай. Вообще, вообще замечательный. Так, неплохо бы подлечиться, на самом деле. И... Раскалывание. Это мы, да, это мы раскололи замороженного врага, и нам добавили, я так понимаю, в комбинации. Так, ты его оглушила или не сработало? А, не, оглушен, все хорошо. А давай теперь на ближний бой перейди, а еще лучше за спину, ага. Так, вот этого бей, пока он тоже заморожен. В принципе, кстати, можно было бы кислотную дрянь кинуть у них. Да ё-моё. Как-нибудь так, чтобы не попасть в остальных, ага.
До свидания. Да-да, ловушка. Мы помним. Спасибо. Товарищ Волк. Так, кто тут самый хилый? Дюран, давай сюда. Нет-нет, лучше сюда. Пошли вон. И заморозить тварь. А, нет, еще рано. Не, подлечиться за ее счет. А теперь заморозить. Кто уничтожит эту сволочь? Лиля. Ну, неплохо. Еще и ловушечек сколько, господи. Не, Шейла, конечно, интересная. Клепанный кожаный доспех. Я его возьму на всякий случай для Лилианы. Чтобы она не в кольчуге у меня бегала. Все-таки в чем-то полегче. Че хотела? Я хотела обезвредить. Слушайте, давайте вы будете стоять на месте. Ага. Здесь, кстати, да, не обязательно дождаться конца анимации. Поэтому... Раз и готово. Поэтому какого черта? Больше, больше опыта за ловушки. Ловушка прямо впереди. Что скажешь? Да офигенно. В такие моменты... Молниеносная реакция. В такие моменты начинаешь по-особенному как-то, знаете, любить Лилиану. Так, где мои волки? Что в них еще есть? Волчья шкура. Вот я не знаю, брать ее или не брать. Хотя ладно уж. Может потом хоть что-то за нее да выручим. Не сказать, что прям много. Ну, лучше, чем совсем ничего. Занимает она, благо, один слот. Потому что суммируется. Грех не взять. Все, мы все подобрали. Ну, типа, да. Обратный путь? Нет, туда я не пойду. Корень смерти, пожалуйста. Да, конечно. Угу. Взяла? Молодец. Так, ну, слушайте, мы неплохо с вами справились. Единственное, что меня расстраивает, состояние Дюрана. Он как-то очень быстро в последнее время загибается. В этом режиме персонаж приходит в защитную стойку, получая бонус к защите и повышенный шанс отбить. Оно получает штраф к атаке. Так, а это что? Шанс отразить летящие снаряды. Их одновременно, конечно, не включишь. Ну-ка. 15, 68, 85. Разницы что-то я не наблюдаю. Потому что он не активировал. Ну это получше, конечно. С одной стороны. Вот фиг его поймешь, да? Но при этом можно... Скорость атаки. Одновременно активировать. Что у нас получится? Ну, что-то непонятное. Можно попробовать ради эксперимента. Но он что-то реально как-то очень быстро загибается. Не нравится мне это. Надо будет подумать над всем этим. Может, конечно, просто тупо надо дождаться великого момента. Осторожнее, это место любят волки. Спасибо, очень вовремя. Расставлены волчьи ловушки. Ну, здесь уже выход, поэтому... Отправиться дальше? Да. Беженцы. Там точно будут порождения тьмы. Ну, типа, да. Причем там будут еще... Люди, по-моему, защитить нужно будет. Я отсюда не вижу уже ни черта. Электрический, пожалуйста. Так, как бы так... Вперед! Да, союзники. Так, хорошо, и как бы так встать-то? Гарлок там вдалеке. Короче, вы бегете туда, Морикан сюда, Лилиана куда-нибудь рядом.
Да вперед-то, господи. Так, ты. Давай-ка ты вот так вот сейчас сделаешь. Минуточка. А что такое? Я же вроде нажала. Не? Или я не нажала? Непонятно. Так. Морриган. Ты можешь сделать страшную вещь. Называется она бомба. Вон наши товарищи. Их, кстати, тоже атакуют. Лилиана, пожалуйста. Спасибо. Да. Блин, у вас что-то до хрена, ребят. Вот прям очень до хрена. Ты уже кастанула? А, похоже, без... Вот в него, да? Вот эта бомба. Блин, не очень хорошо. Вообще-то как-то я поспешила с этим заклинанием. Блин, там еще народа до хрена. Так, Шейла. Когда там требуется особая видовая способность? Так она же включена уже, чуть она... Я не обойду. Неясненько что-то. Так, Дюран. Как бы так сделать-то? Давай, знаешь, что... Блин, там еще и до хрена. Не, Морриган, подгребай. Иногда. Ой, что-то немножечко friendly fire. Что там происходит-то, боже мой? Там ловушка, что ли, на кого-то сработала? А ты уж сама аж выронула. Я-то думаю, что такая тишь. Да гладь. Так, ну давай тогда вот этот дюранчик подгребай, серьезно. Морриган, в кого ты-то? В кого из них? Кто из них бомбой помечен? Вот жалко, не наведешься, не поймешь. Хотя нет, вот этот сверкает, значит, вот этот взорваться должен. Ой, сейчас если подорвется неудачно. Подорвался, но наши живы, хорошо. А, Лилиана, где ты есть? Стреляй, пожалуйста, вот в этого. Нужно как-то, мне кажется, последовательно все-таки это все делать. Мил моя, вот этого добей. Дюранчик, подгревай сюда. Ну а кто это любит? Слушай, он еще живой там? Так, нет, слушай, это не пойдет так. Шейла, ты что стоишь? Так, нет, давай вот так тогда. Так, ты еще живой, меня это очень сильно расстраивает. Ну, я не знаю даже. Ну давай, ладно. Чуть-чуть отожрали, и хорошо. И добить тебя. Чё, не жмякаешься? Молнией добить тебя! Умер или не умер? Чё-то не очень. Так, давай, давай. Убейте вы его уже, господи. Вы там живые? Блин, вас чё-то до хрена, реально. Так, Шейла. Мне кажется, самое время тебе вот туда подгрести. Вылечиться сначала, конечно же. Главное вылечиться. Ну, у нее так мало действует. Это у нее столько здоровья, что ли? Охренеть. Короче, вот туда. Короче, ты знаешь, что делать. Давай, вот так вот. Дюран, лечись, пожалуйста. Хорошо. Блин, у тебя тоже что-то... У вас столько здоровья, что ли, много? Раньше при парке меня как-то больше восстанавливали. Вы когда-то прокачаться-то успели, я не могу понять. Так, Лилиана, подмоги, пожалуйста. Чего-то меня тут обижают. Знаешь что, давай вот так вот. Чего-то дюранчика обижают вообще очень сильно. Нет, прям не нравится. Давай вот так. Вот так. Это, конечно, жирно, но что поделать. Так, нет, давай я тебя добью сперва. Шейла, а что ты встала? А, ты тут решила активировать? Блин, я думала, что она активирует... Она на месте это делает. Ну, кто ж знал-то? Так, там людей уже всех перебили. Мы молодцы. Мы никого не оставили в живых. Не-не-не. Давай вот сюда.
Нет, давай вот сюда. Стоять, бояться. Главное, чтобы он на меня не согрелся. А, он согрится, скорее всего. Здесь. На тебя не попало, что ли? Эх, какая жалость. Так. Давай я лучше тебя шибану. Шейла, ты чё там? Ой, дюранчик, дюранчик, чуть не пропустила твою смерть. Лучись, пожалуйста. Спасибо тебе. Так, меня там кто бьет? Вы? Ой, господи, здесь еще такой жирный стоит, я его даже не заметила. Вдалеке где-то сныкался. Еще там двое, блин. А, нет, это эти двое. Да нет, это не... Да ё-моё, сколько вас тут, слушайте. Не могу понять. Вот эти вот где? Это вот они? А где еще один? А, вон еще один. О, ё-моё. Ой, господи, как они тут неудобно стоят. Карта. Мозг ломает. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Во-первых, еще раз вылечись. Иду и обратно. Все дружно... Нет-нет-нет, Морриган, не смей. Так. Надо вот этих как-то зашатать. Так, ребятня. Вперед! Вот на вот этого урода всем скопом. Прям вообще вот всем. Ты чё там меня бьёшь, слышь? Эу. Эу. Подлечись. Подлечись, твою Машу. Морриган, ты где есть-то вообще? Так, мы, во-первых, наложим на него вот эту хренотню. Шейла жахнет вот этой штукой. Я надеюсь, это нам поможет хоть как-то вообще. Готово. Нифига ты его шибанула. Так, слушай, а что если вот эту штуку я использую? Хотя это глупая идея. Дюран, лечись по-жирному. Что теперь? Лечись, говорю. Дюран, твою мать. Так, Шейла, тебе бы тоже не помешало, на самом деле. Так, я извиняюсь. Меня опять отвлекли. Кошка. Она такая. Жить спокойно не дает. Так, что я хотела? Опять сбросила. Так, давайте. Как-нибудь его очень нужно быстро убить. Шейла, что бы тебе сделать-то? Что делать? Что делать? Бить! Бить, убивать. Никого не щадить. Лилиана, давай тоже тогда. Слушай, больно она ему делает? Так-то, на секундочку. Прям очень больно. Хм. Слушай, отключи вот эту хрень, а? Она тебе не помогает сейчас. Броня и устойчивость к стихиям. Что-то я как-то, знаешь, вот не замечаю. Вот как-то вот вообще. Так, ладно, давай попробуем заморозить эту хрень. И вот чё она встала? Вот чё она встала? Вот ты мне объясни. Врага на землю кинули? Нет, самое вот время, да, встать и стоять. Так, мне бы сейчас вот как-то ее убить, знаете, чтобы она не убила Шейлу. Нормально. Красавец. У нас, кстати, между прочим, ребят, еще один остался. Вы особо-то не расслабляетесь. Один человек из всех остался. Отлично, помогли. Прям замечательно. Ой, нет, стоп. Выход с локации. Ты как-то так неудачно, мужик, стоишь? Или кто-то там есть-то? Генлоки женщины, представьте? Так. Замечательно. Он завис, понимаешь? Вот он не догадался, как нужно обижать забор. Шейла, в общем-то, тоже затупила на этом процессе. Ну вот что они делают? Ну как это можно общаться с этими дебилами? Я это сделаю, да... Делай, господи, чё ты... Какого хрена? Да блин, вы меня бесите, слушайте.
Что теперь? Иди сюда, придурок. Просто, вот просто бесит. Вот, ты понимаешь, вот тебе нужно подойти к врагу. Вместо того, чтобы следить там за всем, что там происходит, тебе приходится вот... вот в это стопроцентное управление переходить, на стопроцентный контроль. Просто потому, что им самим не ясно, как оббежать это препятствие. Да. Пока они добегут, Лилиана, господи, Морриган их зашатает своей молнией. Я, кстати, вангую, что прямо сейчас так и случится. Ну, в общем-то, да. Да не тот, иди, да господи, ты, блин. Раз, готово. Матов на вас не хватает. Как пожелаешь. Бесит. Так, задание обновлено. Вы победили поражение, тьмы в указанном регионе спасли беженцев. Ну да. Сообщите о своих успехах, церковный. Ну-ну. Отправляйтесь в регион, отмечен у вас на карте, и выясните, что случилось с новобранцами из Истинского отряда. Порождение тьмы на купце Карпана были уже мертвы. Расскажите эту печальную новость у церковной доски объявлений. Да, осталось только... Чего осталось? Мы победили, вот братья и сыновья. Короче... Потрясающе у нас получается сражаться, ничего не скажешь. Ты как, нормально тебе? О, хвала Создателю! Спасибо! Ой. Спасибо! Женским голосом аж заговорил от счастья. Ну, бывает. Так, ладно. Что у вас есть хорошего? Не, Шейла что-то как-то нет. Я понимаю, что ее можно прокачать, там все такое, у нее урон тоже неплохой, но. Не знаю, мне как-то с ней некомфортно. Во всех отношениях. Мне даже с Мабари было приятнее ходить. Как пожелаешь. Уж не знаю, золотишко. Не мое, короче. Обратный путь. Эльфийский корень. Вот я не помню, на обратном пути, по-моему, можно выбрать партию. Или что-то вроде того. Или тебя это просто возвращает. Я не помню, к сожалению. Не хочу сейчас проверять. Мы двигаемся дальше. Вот почему они не могли тут пробежать. Как будто бы я их просила пробежать тут. Ё-моё. Пойдемте. Так, это чё? А, нет. Все то же самое, в принципе. Бурелом... Происхождение заблок... Что? Ой, боже мой. Мало того, что не дают атаковать с высоты, где-нибудь там в стороне, когда тебя еще не заметили, так еще и ёперный... бесит. Ладно, еще дойдем. Ты сейчас такой нехилый круг, я так понимаю, через Денерим будешь описывать, да? На нас еще 10 раз по пути нападут... Волки, медведи, пауки. Вот так вот они не могли пройти. Ну вот просто никак. Ну вот это невыносимо просто. Как жить-то в то... Что там такое? По-моему, тут все немного мертвые. Окровавленный труп. Эльфийский конь, солдатский дневник. Чё там? Вы выяснили, что... Чё? Что новобранцы из Истхиллского отряда погибли все до единого. Расскажите эту печальную новость. Там-то и там-то. Ну ладно, хоть драться не пришлось. Хотя, конечно, не сказать, что это прям хорошо. У нас была какая-то кожа. А, то же самое, да? Потому что мы опыт за битву не получим. Мы, конечно, получим за само задание, но подраться нам не дали. Ага, конечно. Это было бы слишком жирно. Ну, это волки, в принципе. Так, предлагаю стоять. Зря я это сделала, конечно. Ну, ладно. Рановато? Ну, ладно. Лилиана, милая моя. Здесь. Давай. Слушай, подожди.
Где? Шейла. Сейчас мы тебе поменяем это дело. Бей. Пожалуйста. Так, у нас еще бегут там издалека. О, не, слушай, они не бегут сюда, они стоят там. Я тебе сказала вот эту заморозь. Вот что они согрелись, ну вот это вот. А, ну это потому что тактика сработала. Это все нормально. Без претензий. У меня просто стоит, если кто-то атакует Морриган, чтобы они сразу переключались на этого врага. Потому что Морриган это святое. Ее нельзя атаковать, это гребаный маг. Ну да, вот, вот оно работает. Ты еще поручи тут на меня, а? Так. Забили. Кое-как. Опа, еще один. Ай-яй-яй. Вот этого-то мы и не заметили. Ну ладно, я немножечко просточительствую. Лилиана, отойди, пожалуйста. Что это было? Почему на меня-то, ты мне объясни, а? Просто почему? Пошла вон отсюда. Так, Лилиана, в спину, пожалуйста, этой твари. В спину, я сказала. Морриган, ты можешь, кстати, отойти, если что. Да, пого... Уже без насилия. Так. Я не обойдусь. Тогда. Да и... Чудесно. Ну... Почему нет? Больше шкур, богу шкур. Всего один момент. Давай яка. Так, мешочки, кровавленный трюп. А что в том мешочке было, я проверял? А, кольчужные перчатки. Ну не, мне они не нужны. Их, конечно, можно продать. Потом где-нибудь в лагере. Я думаю, в Дейнерим идти или не идти. В принципе, можно. Как пожелаешь. Почему нет? Там побочечки будут. Там, кстати, один из лучших магазинов. Ну, ёперный театр-то. Где? Ё-моё! Где он прятался все это время? Не ясно мне. Да. Не, давай вот так сперва. Лили. Давай, кстати, ты отгребешь, у тебя как бы защита вообще ни о чем. Ты у меня не ближний все-таки боец. Как ни крути. Давай вот так. Ау, 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 ау. Ты слышишь? Вот тварюга. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, лечись скорее, мой милый. Вот это сейчас было очень больно, скажу я вам. Вот прям очень. Так. Все это, конечно, замечательно, очень. Ну, вроде ковыряют. Слушайте, Шейла на самом деле неплохо стоит. Даже выстояла против падающего на нее медведя. Так, кольчуг, виридиум. О, вау. Виридиум от них нехорошо. Это неплохо. Вполне себе. Так, волк, кстати, да. Подожди. Я не всех волков же ободрала. Я постараюсь. Давай. Ну, в принципе, медведь это было последнее. Хорошо. Что тут есть?
принципе, да, обратный путь. Знаете, я все-таки думаю, можно будет сходить. Да ё-моё, сколько вас тут? У вас что, тут бесчетное число, что ли? Бесконечное количество опыта? Не, я, конечно, рада этому факту. Но это как-то немножко неожиданно. Не, давай вот этого. Даже сюда его дом заносится. Ты научишься. Он как-то, знаете, вот... Так, во-первых. Здравствуйте, приехали. Вы что тут делаете? И дюранчик стоит там, баклуша бьет. Нет, смотри, дерется. Что-то делает. Ладно, ты там делай. Ой, как на выручку Морриган все побежали. Отгребай. Так, вы бы отошли, что ли? А, ну как-то вот бесит. Даже если они отходят, они все равно, как сказать, захватываются. Я вспомнила только что. Если в момент нажатия Морриган, например, такого действия, они стояли там. Вот, то есть отбежать не дают возможности. Вот это так тупо. В Пилларсах, кстати, вспоминаю, такого дерьма не было. Что поделать. Так, на всякий случай сейчас... Ты там дерешься? С тобой все хорошо? Да ёперный театр. Так, все. Фактически закончил. Так, здесь тоже почти все. Давай. Спасибо, ребят, вы очень помогли. Спасибо вам. О, боже мой. Ясно, понятно. А чего вас так много, слушай? Откуда они лезут? О, вот это я сейчас зря кстанула, потому что нужно было дождаться, пока они подгребут. Тихо, спокойно, брейк. Пошли вон. Да кто тут устойчивость, на кого сработала? На труп? Ну, бывает. Морриган, отваливай. Так, давай. Вот этого в спину. Давай вот так вот даже. Ты ушел, молодец. Да, и мне плохо сносится природной вот этой силой. Ну, впрочем, это и волки, что бы им не сносилось-то. Так, давай, молнии. Все? Серьезно, эти волки закончатся когда-нибудь? Мне просто интересно даже. Что там про шкуру-то было? Так. Просто если это бесконечно будет, это же прям прекрасный... прекрасное место для того, чтобы прокачиваться. Хотя не может быть, господи. Не должно быть бесконечно. В конце концов, это было бы странно. Так, что там в мешке-то было? Я мешок все-таки не завязала. А в том мешке что тогда? Я уже ничего не помню. Чё брала, чё смотрела. Короткий лук. Фигня. Хотя не, подожди, может он какой-нибудь особенный? Вряд ли, конечно. Ну да. Но это, с другой стороны, тис. Ну нет, пойдемте уже обратно. Слушайте, хватит. Хватит с меня этих волков. Сейчас так фигак еще один медведь. Тогда ты у нас был. Все, я хочу уйти отсюда. Выпустите меня. Так, где тут выход-то, господи? Они сейчас опять будут огибать, оббегать. Лучше пускай Морриган идет. Она дорогу знает. Вообще, конечно... Да что ты не идешь-то? Товарищ Дюран. Вы меня бесите. Идите тогда уже сами куда-нибудь, ага. Коль вы такие умные. Я хочу просто выйти с локации. Выпустите меня.
Если просто в Денерим идти, то надо Шейлу убрать. Вот что надо сделать. А все-таки что это такое? Это наверняка какой-нибудь... какой-нибудь DLC. Давайте ради любопытства. Нет, стопудово DLC, которого у меня нет. Присмотреться к страже. Стража носит цвета бана Лорена, мелкого феодала, известного дурной привычкой менять союзников 5 раз на дню. К невооруженному. К своему удивлению, вы узнаете форму почетного караула короля Кайлана. Вы вспоминаете, что сражались плечом к плечу с этим человеком при Астагаре. Да, это дополнение возвращения в Астагар, или как-то так. У нас его нету, к сожалению. Подождать. К своему удивлению, вы... Я не успела... А, это уже было тяжело, вздыхает. Упс. Доверенное лицо короля. Немножко мертвое. Черт, обидно, конечно, что мы, скорее всего, не сможем выполнить этот квест «Возвращение на Астагар», если это оно. Да ёперн, где тут спуск-то? Вблизи этого человека нельзя не узнать. Это Элрик Морейн из почетного караула Кайлана при Астагаре. К тому же доверенный человек короля. Вот, да, загрузить контент, попытаться оживить Элрика, оставить его в покое. Можно, конечно, попытаться, но опять же нужно вот эти очки активировать каким-то фигом. Чувак, подожди, может быть я наберу когда-нибудь очки, и мы с тобой еще раз встретимся, я тебя воскресю, но пока что прости и прощай. Обидно, конечно. Вообще такие квесты через какие-то очки загружать. Вот неужели действительно нельзя было просто эти DLC, ну, выпустить там за деньгу, но не за очки? Потому что, например... Ну, блин, это так тупо. Слушай, где выход отсюда? Чё-то я потерялась. Выпустите меня, идиоты! Это обратный путь. Пойдем, пойдем на карту мира. Все, не судьба. Ладно, предлагаю вернуться в лагерь. Говорить, я думаю, мы сейчас с нашими ребятами не будем, потому что, ну, какой смысл. Я думаю, мы здесь остановимся пока что, потому что да. Будет такая серия, посвященная побочным заданиям. В следующий, я думаю, мы двинемся, сдадим задание в Редклиффе и двинем в Деннерим перед тем, как мы пойдем еще куда-либо, потому что в Деннериме там можно, конечно, напороться. Сам все-таки Лагейн сидит, там нам рады не будут, но если осторожно это все делать, там можно получить парочку заданий побочных и по пути их выполнять можно будет на карте миром. Ну и да, там есть замечательный магазин, где можно заказать доспехи, и я хочу очень сильно как можно быстрее получить задание по этим доспехам, по их получению и так далее и тому подобное. Вот. Так что пока что мы здесь остановимся, и планы у нас есть, и это холосо. Говорить с нашими персонажами, как я уже говорила, будем говорить, как я уже говорила, по мере поступления сцен с лагерем, чтобы растянуть все эти разговоры на все прохождение, более-менее, чтобы все это было дозировано. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. В общем-то, было несколько забавных моментов. И если вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, зовите друзей. До встречи в следующей серии. Пойдем обратно в Редклифф, а потом в Денерим. Да. Все, прощаюсь. Всем удачи и пока-пока.